Родные, всем привет! Субботний денек, выбрались с корешем на оффроад. Сейчас поедем в леса, вот Марат. Познакомьтесь, Марат. Ну, Марат, расскажи про свою тачку, про свой аппарат. Давай отсюда буду снимать. Обычный китайский аппарат, 250 кубиков, 19 лошадок. Заявленная скорость 80 км в час. По полям хватает, механика уничтожает все поля в хлам. Привод, дружище. Привод какой? Привод задний. Ребят, привод задний. Будем сегодня таскать Серегу. Да. Вот такой вот чудо-аппарат мы имеем. Возлагаем большие надежды, ребята, сегодня на него, потому что, ну, все-таки то, на чем буду выступать я, оно такое, знаешь, для города. Вот, в общем, моя машина, Toyota Corolla, 1.4 двигатель. Ну, вообще, просто городская машина. Она даже совершенно, наверное, не приспособлена для езды по таким вот местностям, так их назовем. Вот, и поэтому взяли буксировочный трос, взяли хорошее настроение. Трос у нас в виде верного вот этой, друга. Трос в виде вот этой резинки. Да. Вот, ну, если честно, реально взяли нормальные тросы, все у нас отлично. Короче, на ходу будем импровизировать. Не знаем, куда едем. Ну, куда-нибудь приедем. Вот так вот. Будем мы ехать, знаю я. Он здесь катается, я здесь еще там, где мы поедем, ни разу не был. Тем более на машине. Так, ну все, погнали? Погнали. Ну вот, братва, мы, короче, стартанули. Территориально, кому интересно, мы находимся в Можга, в Удмуртии. Вот. Сейчас будем штурмовать всякие горки, не горки. Ну, такую, знаешь, дикую местность. Так ее назовем. Конечно, сказать по правде, естественно, нужно показывать это на какой-нибудь полноприводной, не знаю, Ниве, там, со всеми блокировками, с хуевками, вот эти все моменты. Ну, о чем мы имеем? Обычная переднеприводная машина на летней, ребята, резине даже, на летней резине. Ну, ладно, что? Что имеем, то снимаем. Кому интересно, тот посмотрит, ребята. Всем огромный еще раз привет. Мы заезжаем, ну и приятного вам просмотра. Ну, короче, как видели, для квадрика это вообще не задача. Ну, сейчас посмотрим, как справится в этом Corolla. Ну что, парни, вот и обновили мы чистенькую нашу машинку. Мы идем это умышленно, на это идем. Посмотрим, что будет дальше. Дальше проедем куда-нибудь туда, в сторону леса. Ну и там посмотрим что-нибудь интересненькое. Это он за что вообще отвечает, мотор? Это затяжка цепи, натяжитель цепи. А-а-а. Ну, господа, это Китай. Да. Постоянно перед выездом надо мониторить. Все эти болты. О, я тут подраскрутился, блин. Вот капец, да, вот так поедешь в натуре, и что-нибудь открутится у тебя на ходу. Ну, это ни на что не влияет, ну, цепь она маленько разболтается. Ага. И все, я так домой уехал.
Ну, болт у меня просто отлетел, как бы. Цепь маленько так приболтал. Фу, ремонт в полевых условиях. Машинку помыли перед выездом, но она еще, можно сказать, чистая. По факту, получается, мы взяли машину, чтобы она возила мне ключи. Вот у нас здесь какой-никакой трос имеется. Штяк, если что-то так сказать друг друга. Вот эта дорога налево, мы с тобой тут спускали, пешком, где ходили. Понял? Налево, да, там мы с тобой пешком не уходили. Короче, поднимемся, да? Что-то не понял я, где мы там спускались, блин, налево. Я не хуй знаю. Если мы налево не уедем, да? Прямо хуй. Ебать подъем. А меня здесь по глине не понесет вниз? Не! Не! Бля, у тебя Toyota. Toyota делает вещи. Управляй мечтой. Серег! А? Хотя нахуй, тормози и едь обратно. Я же пошутил, ты чё? Чтоб примерно подписчики понимали, как все дела обстоят плохо. Жестоко. Аккуратненько спускаемся. Подняться мы здесь, мне кажется, 100 пудов не сможем. Ни хрена. Оп-оп-оп. И туда тоже подняться мы не сможем. Единственный шанс у нас потом выехать сюда налево. Что-то скорости пиздец не хватает. Не-не, мы не подымем. Давай, ебашь. Ты чё, ты вперёд едешь, не назад? Ебать. А чё он делает? Чё он делает? Не, хуйня, уже хуйня едет. Вообще разгона не было, даже видно уже было. Начать. Ты первый раз ехал вообще медленно. Медленно? Вообще. Мне казалось, второй раз ты, вот сейчас второй раз ты прям летел, прям.
Ты почти залетел, но тебе чуть-чуть не хватило. Я и с третьей вот... на вторую, а она села, все, вторая уже была. А вот сейчас третий раз ты опять не разогнался, она так, ну, так вот тихонько ехал. Прям. Так что... Че, Димас, сюда хочешь спуститься? Он пошел машину закрыть. Если резина немножко грибла бы получше, я бы нормально ехал. Она слишком крутая и продолжительная, видишь, и еще плюс глина. Ты там почти поднялся. Нет, там еще дохера было, братан. Нет. Короче, давай еще разок попробуем. Если что, оттуда будем выезжать. А там нет выезда, я наебал. Поднимайся. Давай, сейчас. А? Еще разок попробуем. Если нет... Давай, надо разгона мощного дать туда, блядь. Смотри, я здесь, походу, даже днищем цепанул. Да, блядь, коробку разъебешь, нахуй. Ну тогда ты не поднимешься. Нет, сюда. Так просто, блядь. Ты вот когда вот тут шел вот оттуда, если бы ты нормально переключился чуть, не чуть порезче, а порезче, ты бы залетел остатки. Она бы тебя вот этот маленький участок бы дотянула до конца. Короче, давай я сейчас, знаешь, до Тауа назад спускаюсь, да прям зачем? Разгоняюсь. Оттуда же, где вот ты, ну, когда вот оттуда залетел, так же разгонись, просто вот там в конце, не останавливай ее до конца. Видишь, она с третьей, я с третьей на вторую, а вторая уже, значит, с третьей на первую надо сразу. Второй же там полностью остановился. Да. Вообще прям до конца. Нет, он ехал, говорит, на третий. Поднимался на третий, говорит. Ты на третий поднимался? Я поднимался на третий, но переключаюсь на вторую, она, видишь, слишком крутая, она вторая уже. Она была на первую хуярь. Нет, не идет. Надо, значит, третий на первую еще пробовать. Угу. Блин, холодно стоит. Ладно, сейчас попробую. Сейчас потолкаешь машину сам туда-сюда и согреешься. Вы, короче, этот. 1004 оборотов-то держать. Подталкивайте сзади-то, если что. Я лямку могу сразу подать. Серго, мы как твои фанаты, знаешь, так вот. Ай, да ебись там, блядь. Доверия ты уже нет, раз ты назад сдаешь, когда мы тебя толкаем. Да-да-да. Если он здесь цепляет, я-то по-любому цеплю. Ну я еще не вижу, да? У меня она дверь. Ага. У меня база колес до длинная. Вот так вот, блядь, как снять-то, чтобы вам показать подъем. Что подъем пиздец. Так, все равно симпатяга, да? Я вот сижу, он поднят прям вот здесь. Да. Ты видел, как я туда поднялся, нет? Сейчас, погоди. Вот он тоже бодренько идет. Бля! Как так-то? У него просто передача, она длиннее. Димас, у тебя просто передача длиннее. Где моя заканчивается, у тебя второе дыхание открывается. Второе я вытянул просто до конца. Ты даже на первый не переходил? Нет. Второе чисто. Вот так, пацаны, Hyundai Sonata. Покупайте в автосалоне Авангард. Фу. У тебя же механика, Димас? Да. На второй? Да, чисто на второй. Вот он, победитель нашего шоу сегодняшнего. Фу, блин. Ну, короче, вот и все, парни. Подошел наш день к концу. Забыли рассказать. Подъехал к нам Димка в момент наших покатушек веселых по лесу на своем 083-м жеребце. Ну и двухлитровый, Гриш, мотор, да, братан? Да. 137 лошадей. Да? 137 лошадей, двухлитровый мотор против 1.4, 97 лошадей моей Тойоты. Забрался парень с первого раза в подъем, но я
С четвертого? С четвертого. Ну, мы смонтируем это было. Да, с первого, да, мы сделаем, типа, это было с первого. С четвертого раза. Вот такая вот ситуация. Все-таки объем двигателя и лошадки они решают. Вот как-то так. Все. Всем пока. До новых встреч. Это прямо вблизи снять, чтобы вот это видео было видно, вот эту хуйню. Тогда мы эту камеру поставим на жопу здесь. А с этой все-таки будет пизже смотреться, когда я вблизи буду. Ну как-то не хуярить. С этой лучше здесь, с этой, спереди засниму. А эту сзади поставим. Импровизирую, короче. Короче, братан, вот здесь лежи, и вот туда вот снимаю, будто офигительно. Все, понял, вот. Давай. Давай мое ружье. Да, а я тогда штатив уберу. Так будет, потому что интереснее, думаю. Вот, а Грит спортом не занимается. Вот, ведь бегает. А теперь самое главное, мне надо успеть перекатиться, чтобы он не наехал на меня. И такой раз, два, три, ова! Даже не знаю, куда поедем, просто вообще вот... как это сказать слово? Не экспериментировать, а...